Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и Дэнни. В общем, мы вместе снимаем видео, и сегодня у нас будут покупочки Алиэкспресс до 100 рублей. Я, в общем, собрала практически все, не все я смогла найти. То, что у меня в квартире, вот, например, бритвочки я не смогла найти, которыми лицо можно было брить. Ну, в общем, интересные покупки, которые я покупала до 100 рублей на Алиэкспресс. Я думаю, что это кому-то может быть интересно, потому что не все могут тратить большие деньги, и кому-то интересно на Алиэкспресс именно мелочевка. Так как я держу в руке эту кисть, я сейчас расскажу вам о кистях, которые я покупала. А покупала на Алиэкспресс две вот такие вот кисти. Они стоимости их до 100 рублей, и я ими очень довольна полностью. Единственное, что они, конечно, небольшие, но, например, вот этим, вот этой можно еще накладывать тональный крем там, да, но лучше даже консилер под глазки. Вот это вот неудобно накладывать тональный крем, потому что она маловато. Я думала, она, конечно, побольше, но консилер под глазки вообще идеально просто кладется, потому что они обе мягкие, они обе очень хорошо набитые, то есть, и эти кисти просто замечательными, я ими очень довольна. И стоят они до 100 рублей. Поэтому вот эти кисточки я вам рекомендую. На все, естественно, я оставлю ссылки. Все я покупала, ссылки у меня на все есть. Дальше, вот это не 100 рублей, но 105 рублей. Но ничего страшного, 5 рублей роли не играет. Это вот такой вот хайлайтер. Шикарнейший хайлайтер. Он очень компактный. Ну, открывайся. Вот такой вот розовенький. Сейчас вам покажу, как он. Он мерцает шикарно очень. То есть вот... Давайте намажем сейчас. Да? Также его можно использовать как губную. Он очень классный, сияющий, мерцающий. А там есть три, по-моему, отлива. Розовенький, беленький, персика. В общем, я взяла такой, знаете, он какое-то лунное сияние. С легкой-легкой розовинкой. Оставлю на этот продукт вам тоже ссылочку, я им очень-очень довольна, он действительно очень красивый. Также, если из косметики, последний я покупала вот такие туши, которые мне тоже очень нравятся, я делала синие пряди, может быть, вы видели, и в видео я с ними была. В общем, цветов у меня таких очень много, я не стала все брать, но тоже стоит до 100 рублей, и мне кажется, это очень круто. Цвета классные, насыщенные все, можно как на темные волосы наносить, так и на... светлые. Я повставляю сюда фотографии из всяких обзоров. Это тушь. Тушь для волос. Разноцветная. Также много спрашивали меня офигенский вот такой пигмент для губ. Он очень крутой. Он яркий. Им красишь, какое-то время ходишь, потом стираешь. Ну, лично я так делаю. И губы получаются просто изумительно натуральный такой классный цвет. Такая бутылочка. Мне очень много раз спрашивали, что это у меня... в кадре. Вот такой вот цвет, он как бы красный, да, но на губах он потом не красный. Но если, конечно, мы долго будем держать, то пигмент будет насыщаться больше. В общем, вот это очень крутая вещь, и я тоже на нее ссылку оставлю. Давайте еще расскажу, что я купила. Вот такие спонжики, которые были очень модные, тоже о них много рассказывали. Но я вам скажу, что не очень-то я ими довольна, прям 100%, да, чтобы они были крутыми. Ну, не растушевывают они так супер, как заявлено, во всяком случае, во всех этих рекламах. Но, во всяком случае, мне кажется, что такие штучки должны быть у каждой леди. В общем-то, даже просто вот, не знаю, чему-то применение да найдется. Они такие миленькие, прозрачненькие, мягенькие, силиконовые, специально для растушевки. Вот, до 100 рублей. Также сейчас покажу вам гаджеты. В общем, вот такие штуки, кстати, я еще их куплю, потому что они очень удобные и они очень быстро теряются. Это мы сюда вставляем телефон наш и наш штатив прикручиваем. Вот, с них я веду прямые трансляции, стоят они около 40-50 рублей. И их нужно много покупать, потому что тогда я их покупала 3 штуки, осталась у меня одна, надо еще. А вот то, что я за 250 покупала в Dixie, у меня сломалось. А вот это вообще неломаемая, мне кажется, очень прочная вещь. Поэтому если вы снимаете селфи, там еще что-то любите, то вот такая штучка должна быть. Дальше поговорим о наушниках. Вот такие наушники я себе заказала. В чем они классненькие? Во-первых, они розовенькие. Во-вторых, они здесь на змеечке. Прикол, да? И в-третьих, они светятся в темноте.
Мне нравится, что вот это на змейке, потому что не будет потом все это дело у нас путаться. То есть вот получается вот такая длинная. Все, просто мы завернули, и она никак не запутывается. Это мне очень нравится. Ну и во всяком случае, регулируем здесь мы, да, и... Здесь я не скажу, что звук супер-пупер, потому что это до 100 рублей. Это просто, знаете, вот взять с собой куда-нибудь, чтобы не жалко было потерять. Или дать поиграться, или дать послушать кому-то. В общем, такой дорожный набор, знаете. Здесь также есть микрофон и кнопочка включения-выключения. В общем, до 100 рублей я в шоке, что такое можно прелесть купить. Светится в темноте, это же вообще класс. Дальше, из гаджетов, вот такие вот камеры у меня есть. Это специально камера, но я поняла, что это не только для айфона, это для всех камер. Оно крепится на прищепке. Здесь три камеры. Одна у нас рыбий глаз, такая круглая. Другая макросъемка, потому что макросъемку, допустим, не делает хорошо, да, наш iPhone или другой телефон. И широкоугольный экран, то есть который берет больше пространства. В общем, все это до 100 рублей. Вот так вот компактно это выглядит. Насадочки меняются, прикручиваются. Вот эта вот штука, вот эта вот штучка просто лепится вот сюда вот на камеру, на нашу. И, в общем-то, играет все новыми красками. Очень компактно и удобно. И все это в таком вот мешочке. И действительно, все это работает. Это классно. Дальше вот такой вот чехол, с которым я снимала. Меня тоже спрашивали, с которым я снимала свой день рождения. Ой, какой это был 31 день рождения. Сейчас у меня был 32 день рождения. 31 день рождения. Я была беременная. Я сюда засовывала свой iPhone. И просто в бассейне, ныряя и под водой, и на воде, и под водопадами. Это было очень круто. Я снимала... В общем, как я резвилась в воде. Действительно, он не промокает, все прекрасно снимает, все прекрасно видно. И это можно увидеть из кадров из моего дня рождения. Вот, тоже он стоит до 100 рублей. Как он здесь лепится? Он белый, я белый купила. Просто он здесь на трех липучках. Засовывается сюда телефон. На трех липучках залепляется. Потом еще закручивается. И еще на липучку... Залепляется. В общем, надежно спрятан ваш телефон, герметично. Ну и можно повесить на шею. Кстати, эта функция очень удобна, когда вы находитесь под водой и в руках неудобно держать телефон. Вот такая вещь. Носочки, которые я совсем недавно приобрела. Я ими довольна, потому что я уже их попробовала, поносила. Они, фишка в чем, что они очень низкие, они подходят под любую обувь. И здесь у нас на пяточке идет силиконовая штучка. Вот такая силиконовая штучка, которая не дает нашему носочке слезть с пяточки. И да, это действительно проверено, это действительно работает, очень комфортно и круто, носочки очень мягкие, классные. И стоят до 100 рублей, 73, по-моему, где-то так, но я ссылки оставлю, вы посмотрите. Два цвета там, черный и белый, по-моему, даже серый есть. Но я взяла себе черный и белый. И довольна! Также для каждой девушки должны быть вот такие вот штуки. Сколько раз они мне пригождались, что это, что это? Это такие насосочники. В общем, есть у нас такие силиконовые на грудь, просто одеваются, да, вместо лифчика, когда нам не нужно бретелек ни сверху, ни сзади, нигде. Просто мы одеваем. А сделали просто вот, просто на соски только налепливается и все. Вот такая штука. Вот, я уже прилепила ее. Я ее прилепила просто на одну, да, чтобы она не терялась. Вообще они продаются вот так отдельно, на каждой налеплена защитная. И я вам скажу, что это действительно реально крутая вещь. Вот я не очень люблю носить лифчики, но бывают такие кофточки прям прозрачные. И вот эта вещь просто спасает. Вообще, я рекомендую вот это всем девчонкам приобрести. Дальше я покупала, кстати, вот такие вот... татуировки. Все никак не могу сделать татуировку, и даже есть у меня специальный там и клей для татуировки, и все. В общем, вот такие прикольные штуки. Можно раз, что-то нанесла. Тоже они стоят до 100 рублей, я постараюсь найти на них ссылки. И там очень много всяких картинок, интересных штучек. Такие трафаретики. Можно как хно рисовать на них, можно как блестками рисовать, всем чем угодно. И фломиками можно. Еще вот такая вот интересная вещь, которую я покупала, это губы. Это переводные такие для губ. То есть мы переводим все это, мочим, да, и потом у нас появляются губы. Единственное, что их надо вырезать по трафаретику именно на наши губки.
Тоже у меня был обзор, если я найду видео на это, то я вам покажу. Если не найду, то просто вы можете попробовать, и вообще отдельное видео было бы прикольно снять на это. Я уже не помню, как давно я это снимала. В общем, вот такие губки и вот такие тени тоже продаются, они тоже как переводные. Вот так вот они выглядят. Две штучки. В общем, я не помню, что здесь нужно делать. Тут какая-то присыпка есть. В общем, вот что получается. Есть разные цвета абсолютно. Там и тигра, не тигра. В общем, все что угодно можно выбрать. Тут есть кисточка. В общем-то, присыпочка специальная. Вот такая присыпочка отдельная. В общем, здесь все есть, инструкция. Прикольная вещь. Единственное, что я еще там докрашивала что-то. Ну, макияж получается очень яркий для фотосессии. Прикольно. Вообще, такое прикольно попробовать один раз хотя бы. Мне понравилось. Мне понравился этот опыт. Ну и что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Все. Некоторые вещи я просто не нашла. Это, например, бритвы, о которых я вам говорила. Но ссылки я оставлю. На них там три штучки тоже. Они недорого стоят совсем. И, наверное, все уже. Все я вам собрала. То, что я покупала до 100 рублей. В общем, рекомендую. Все очень клевое, кроме единственных вот этих вот штучек. Но они для другого могут пригодиться. Они реально прикольные такие. Вот. И все. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Ставьте лайки, спускайтесь в инфобокс, там вся информация. Проходите по ссылкам, выбирайте то, что вам нужно. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.